для наших сиамских петушков Ромео и Джульетты мы построили мост между аквариумами, чтобы рыбки могли переплывать из одного аквариума в другой. Получилось очень красиво и необычно. Даже блинчик оценил. Сложнее всего было заполнить мост водой. Но мы старались не зря. Рыбкам очень понравилась наша идея. Как мы сделали этот мост и заполнили его водой, можно посмотреть в полном видео. Ссылку оставим в описании.